Сегодня выдающемуся азербайджанскому ученому-офтальмологу, академику Зарифе Алиевой, исполнилось бы 95 лет. Яркая, светлая, оставляющая после себя неизгладимый след Зарифа Ханум прожила достойную, славную жизнь, посвятив ее служению людям и науке. Ей принадлежат 14 монографий, около 200 научных трудов, в том числе методические рекомендации, изобретения и рационализаторские предложения. Она сыграла большую роль в борьбе с распространившейся в 40-х-50-х годах среди населения южных районов Азербайджана трахомой. Она – дочь выдающегося общественного и государственного деятеля Азиза Алиева, супруга общенационального лидера Гейдара Алиева и мать переизбранного на 4-й срок президента Азербайджана Ильхама Алиева. Сегодня научная школа Зарифы Алиевой – это тысячи квалифицированных специалистов по всему миру. Крупнейший офтальмологический центр в стране, носящий имя Зарифы Ханым – еще один результат ее напряженной работы. Сегодня о Зарифе Алиевой с большим уважением и теплотой вспоминает весь азербайджанский народ. В Центральной научной библиотеке Академии наук Азербайджана прошло мероприятие, посвященное жизненному пути Зарифы Алиевой. Образ Зарифы Ханым Алиевой – это символ милосердия, символ человеколюбия, символ благородства. И я думаю, что вот именно в ее лице сосредоточены все эти характерные особенности, которыми может сегодня гордиться азербайджанская женщина. Президент Академии Акиф Ализаде отметил, что ее заслуги в офтальмологической науке Азербайджана неоценимы. Было подчеркнуто, что она отдала всю себя любимому делу и оставила яркий след и в науке, и в сердцах тысячи людей. По окончанию мероприятия был показан фильм о жизни и заслугах Зарифы Алиевой.